Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой ASMR-канал. Меня зовут Лиса, и это будет ASMR-итинг-видео. Поэтому, если вы не любите наблюдать за тем, как кто-то ест, это видео не для вас. Сегодня у нас вот такие вот замечательные паровые пирожочки. Когда мы жили под Владивостоком, я впервые там тогда попробовала такие, и они назывались пенсе. Здесь почему-то их называли динпан. Я купила это в кулинарии большого супермаркета. Они готовятся в такой круглой пароварке с прозрачными стенками. То есть видно, как они там крутятся внутри, эти пирожочки. Мне не терпится попробовать. Я хочу сейчас один из них разрезать, чтобы показать вам, что там внутри. Это динпаны с свининой и кимчи. То есть они должны быть остренькие. Сейчас посмотрим. О, смотрите. Я их немножко разогрела. Сейчас объясню, почему. Ну что, давайте забивать сегодня будем каким-то молочным коктейлем. Вот такой. В баночке. Я такой не пробовала никогда. Такая густая пена. Сейчас я вам расскажу, ребята, восхитительнейшую историю, как Лиса ходила за этими пирожками. Короче, у нас где-то в километре от дома есть большой супермаркет. Зашла не туда.
очень вкусно. Кто не пробовал такие паровые пирожочки, рекомендую. В общем, пока я туда дошла, я была уже, ну, мягко говоря, в таком настроении на взводе.
поделим еще половинку. Лиса голодная, злая. Сейчас только запьем. Шипит. Все, ребят, я наелась.